Дениса Сухачева с днем рождения. Сам я рокер. Готовим с твоей женой для тебя сюрприз. Жди нас. Ну, я желаю, чтобы сюрприз удался. Ты скуфач? Скуфач. Скуфач? Скуфач. Скуфач? Смотри, скуфач? Котик скажет мяу, а енотик скажет... Значит, сейчас прямой эфир из клетки енота. Ну, точнее, не из клетки енота, да. А камера наведена сейчас вот в таком режиме на клетку царапки. То есть, смотря. Ну-ка, смотря. О, смотря. Запрятался, смотри. Запрятался в этом. Ну, смотри, сидит там в соломе, запрятался, зараза. Да, да, да. А вообще он сказал, что он ну не выйдет. Он только выходит от 2К. Сейчас он спит пока что, да. Вот. Денис, молодец. Спасибо, что поставил камеру напротив клетки енота. Теперь мы сможем в первых рядах наблюдать за ним и за тем, как он жарится в микроволновке при 600 ватт. Живой рыса марский. Нет, это ж не клетка, у него вольер большой, а это просто его домик, будка там, где он спит. Это его домик маленький. Дед, привет. Он там спит. Я работаю в ГАИ. Решил по приколу твою машину посмотреть. Зябу. Пожилая букака нас не обманула. Да. BMW 30D в натуре. Не нарушай, пожалуйста, скоростной режим. Так, а то вообще... только такие штрафы видел. Ты давай потише сиди там, слышишь, камера в коробке. Ну, там дырка есть, ну, не знаю, как оно будет, звук, да. Ну, проверим сейчас, он все равно там, ну, сейчас он должен выйти, да. А он просто такой хитрец, он когда увидел, что я камеру устанавливаю, он долго позвони время... Позвони Сереге, скажи, что в будке у Янчика лежит посылка с Ламоды. Серега быстро прибежит и разбудит Янчика. Да. Разбудит Янчика 3000. Нет, 2K. Сходить, ворошить. Нет, не пойду, там холодно, минус 10. Да. Люблю, иди буди енота. Никому не всралось смотреть на Стоксина. Когда енот проснется? Когда? 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 Надо когда придумать. Когда? Когда? Ну, когда? Знаешь, как-то взаимодействие когда с енотом, когда? Да. Когда? Допустим, когда? 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 Да, надо как-то когда придумать взаимодействие когда с енотом. Когда? Ну, типа, ты каждый... дура. Нахуй нам смотреть на вход будки, блядь? Да потому что он там сейчас висит, он чтобы сейчас... Чтобы крышел нам его было видно. Он не будет сейчас бегать по вольеру зимой. Деду. Вот надпись на будке, вот там, где вы в объективе сейчас видите, прямо вот там сбоку, да, написать справа, никнейм донатера. Допустим, с левой стороны 1.5, с правой стороны 3, написать никнейм донатера. Он там сидит, сидит. Ха-ха, он умер, блядь, тихо, дурак. Он там сидит. Он там. Вон, 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 да нет, это... Я тебе серьезно, это старая пидешься, байти дурачков на донаты. А не, будка не пустая, только сено валяется. Да там енот, спит час. Я тебе говорю, что она не пустая. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 000 рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Он сейчас не выйдет, так если покричать попробовать сейчас. Вдруг он услышит, сынок, потому что он папу голос знает, папкин. Царапка! Цапа!
Ничего, да, нету. Сапа! Нет, он так меня не услышит, он далеко. Да нет, он там, я тебе серьезно. Да он спит, наверное, блин. Нет, там серьезно енот есть, блин. Там настоящий енот сидит у меня. Я вам серьезно говорю, пацан жив, все с ним в порядке, все нормально. Скоро он проснется, и я вам покажу его. Каруман из Омбукатки тоже послал. Да, дед, обманываешь людей, да. Нет никакого е**а. Просто сено накидал и все. Еще и камеру поставил, жесть. Спасибо, братишка. Есть, есть, это пятачок. Я говорю, сейчас я у нас буду, сейчас. Залазь сюда. Да как я залезу? А, ну у тебя, у тебя есть дерево? Есть чем пристроить сюда? Могу тебе Патрика дать. А кто какой-то зябл сбегает? Ну ладно, нам наверняка не стреляем по друг другу. А какой у тебя ник? Помаши мне ручкой. Да и не стреляй, не стреляй. Как у тебя? Сейчас. Мы друг друга убивали. Дядь, ты. А ничего, чтобы ты меня по пути сюда с болтом убил? Да я помню, помню. Он там енота на стриме гладит, видели? Блядь, смотри, он сейчас камеру украдет, да, он сейчас камеру заберет, а он пока не на камеру смотрит, камера вверху висит, смотря, да. Ой, меня повалило. Оля, выходит, смотри. Ах, стоп, не надо. Шапка выползла, смотри. Ой, пи***а, камеры погода. Он пошел орешки собирать. На пол падали орешки из руки. Он просто услышал, как они... Да, да, да. Дед, только не надо дрочить в клетку и на ту. Ты в эфире. Все сказанное и показанное тобой может и будет использовано против тебя на канале Twitch TV. А я ему... Кит-старт это возьми, и там будут дадут металл, и на металл скрафтишь. А сейчас слышно, пацаки? Слышно? Ладно, давай я сделаю. Слышно? На камере стоял, микрофон камеры стоял. А он уже, смотри, он уже там. Я даже не видел, как шапка заползла. Да я понял. Ну да, он через пятаки только выходит. Спасибо, а нет, вон, смотри. Вон, 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 смотри. Видал, сейчас посмотрел сюда. Нужно быть мужчиной, а пацанами быть это зашквар. Лучше чушпаном быть, чем пацанами. Маслори чушпан. Да. А Каруман поц. Где енот? Цапа выходил? Где? Выходил цапа? А, вон он, ля. Смотри, смотри, заглядушка делает, ля-ля-ля. Видал, да? Мокрый нос вылазит. М, смотри, глизли. М,
Осуждаю! Погнали туда же! Закрыл енота в клетку. Выставил его на мороз вечером. Врубил яркий свет прямо в мордочку, чтобы он уснуть не мог, и сидит гигигагага, развлекается. А ничего? Контент делает. Не мучай зверечка, да? Чебака обосратая. А ничего, что он выходил уже? Зарабка. Он сказал, в следующий раз выйдет за донат в размере 3000 рублей. Если трояк будет, тогда енот выйдет. Вот увидишь, да. Кстати, цапочек не выходил еще? Ну, еще раз. Нет, ты прикинь, как он будет выходить, если ты сначала 3 часа дрочил ему в клетку, а потом 600 вольт ему туда ебанул. Нет, он просто, знаешь, как сейчас там, он 100% сейчас на спинке лежит вот так, и лапки кверху так вот задирает обычно царапки, и лежит вот так вот лапками, потолок перебирает. Он сейчас на спинке там лежит у меня. Он, знаешь, что мне сейчас написал смс-ку на мобильный? Он сказал, если 3000 донатишь, типа кто-то, тогда, говорит, я выйду, а так, говорит, не буду. Так, выбираем мир какой. А есть мир, где яхта? Парус. Не про... Ну, там люди писали в комментарии, ебать, скучного этого долбоеба зовет постоянно. Ну его нахуй, блядь, как он приходит, сразу нахуй, блядь, стрим выключает, пиздец. Заткнись. А можешь пену подозвать? Я ему кое-что хочу это сказать. Сейчас. А, погоди, тут мир один, это обложки разные, я так понимаю. Ёб твою мать. А, плох. Вот, пожалуйста, 35 лет человеку, сука. Вот. Пена, это тебе, брат. 35 лет, вот 30. Вот что вас ждет в 35 лет. Слушай, Коленька. Сейчас я вижу, началась трансляция у бати. Напиши ему, хочет он, чтобы я на улицу пошла, и он постримил то, что я буду показывать по его указанию. А, сейчас как раз момент началось, такой, да? Есть. Да, уже поздно, уже темнеет. Ой, боже, Таня, блядь. Тихо. То есть причина агрессии то, что я скуф. Да, ты скуф, ты скуфарик, ты есть лицо скуфа. Если кто-то когда-то спросит, что такое скуф, я просто фотку твою покажу. Заклейся! Называет меня скуфом, сам сидит из ланчбокса для обеда, делает, блядь, чехол для камеры, чтобы енот ее не сгрыз. Кто еще скуф? Слышишь, дорогой, я изначально думал коробочек сделать из оргстекла там или из металла, вообще из металла хотел сделать. А потом думаю, блин, да смысл делать, если можно купить просто посуду для еды. Ну реально. Не вот с собой, не с собой, жена на стрим дает вот ланчбокс, там гречечка, сосисочки, вот я из него сделаю, а куплю другой такой же, она даже не заметит. Че, дурак что ли? Я вообще-то в Леруа ездил, ничего вчера. Все, остальное сказанное тебя вообще не смущает? Нет, ты хуйню сказал, как обычно. Я просто все остальное вообще даже... Я остальное вообще не воспринимаю, потому что все это рофл. Жена какая-то, которой нет. Ну да, да, ладно, ладно. Так вот, что я хотел, начал, да, и не закончил. Касательно женщин, да, вообще нет. А факел ты будешь делать? Да заткнись ты, блядь, со своим факелом, ты понимаешь, когда я пытаюсь что-то умное сказать, сука, мне так сложно это сказать, потому что я тупой, а ты еще, блядь, перебивай. Он не умер, дебил. Не сдох он. Енот не двигался, в смысле не двигался. Я ходил к нему прям на потоке. Будешь сегодня смотреть 7-ю серию «Слова Чушпана»? Кто ты из этого сериала КСТ? Я думаю, ты дядя Талик, который скуф пьяный лежал на дороге в 1-й серии. Не, я такой не смотрю. Кто не верит, сейчас думает, что-то там гифка какая-то, вот эти дебилы, которые хейтеры. Сейчас я покажу сына своего родного, малыша своего цапу.
гулять показать. Пойдем гулять? Слышишь? Бен, кушать? Молчи! ASMR Godzilla. Я сейчас... А, мы с ним вместе едим орешки, смотри. Да. А он еще куси-куси делает, смотри. Да, просто он сейчас спал, блин, он сонный, смотри. Он просто спашку делал. Смотри. Ич. Смотри, смотрит. Да, это я. Орешка есть у тебя. А ты уже да. смотрел новый сериал? Слово сухача кровь на иноте. А? А ты Ксюшке енота абрикосового рота показываешь? Как она на него реагирует? А твоя домоработница, которая еду тебе готовит, ей нравится енот? Это мой сын, понял? Я рожал его. Я рожал его, понимаешь? Я родил вот этого вот парнишку. Да-да, он сейчас пернет, по-моему. Я чувствую, когда сынок пукать хочет. Бля, царапку, смотри, что делает царапкой. Опа! А, это он воровайка пощупал ножницами. Да-да, это он чисто, ну. Все, закапываться пошел. Смотри, носик забуривает. Да. Ить. Смотря. А, нет, смотрят. А, ну все, сейчас на спину ляжет. А, слово нет. Скуфача. Ты скуфач? Скуфач. Скуфач? Скуфач. Смотри, Лё. Скуфач? 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 Слово скуфача. Батуаню не забудем. Скуфач? Скуфач? Да. А? А? Скуфач. Дэнь, ты скуфач? Слово скуфика. А кто здесь, да? А? Скуфик. Скуфик. Скуф. Да. Сейчас он перданет, по-моему. От сердца к солнцу абрикос. Роду славянскому. Заткнись. Привет любимому дедушке Сахачеву Валерию Альбертовичу. Поздравляю с днем рождения. Кого? Удачной дороги тебе, дедушка. Пусть снег и мороз не будут помехой в пути. Спасибо. Сообщение от Дмитрия. Привет моему папе Денису Сухачеву. Он сейчас в рейсе, работает дальнобойщиком, любит радио «Шансон». Сообщение от Ксюши, от дочки. Привет любимой девушке, самой лучшей женщине Самары, Валерии Денисовой, от ее Коли Вильд Виллагерева. Вот. Хочу поздравить... врача-реаниматолога. Меня зовут Даниил Карагодин. Хочу поздравить своего друга Дениса Сухачева с днем рождения. Сам я рокер. Готовим с твоей женой для тебя сюрприз. Жди нас. Ну, я желаю, чтобы сюрприз удался. Группа «Секрет» в программе «Только для вас». Боюсь бродячих собак. Да поздравьте с днем рождения одноклассника Романа. Желаем ему здоровья, мира и добра. Поздравляю. Жанна, город Курск. Привет, Настя Горшкова, есть из Пензы, от любимого Сергея Макияжа. Привет супругу Сергунке Горбачева. Сладких снов и завтра сухих рукавов. Я тебя крепко целую. Здравствуйте, Русское радио. Передайте привет другу Валерию Скальпелю из Самары. И Коле Замкану. Пожелайте ему больше не читать. Спасибо, ну и такое бывает. Спасибо. Валера Скальпель на связи.